Трамп. После двух сессий впереди Дин. После первой сессии он проигрывал 3-5. Но очень хорош был Дин во второй сессии. Выиграл ее со Шкеров. Я предлагаю своему коллеге Марку Королеву пари. Давно не спорили мы с ним. С форы минус 1.5-1 выиграет Марк. Не-не-не, давайте так, Дин. Дальние удары. Надеюсь на его камбэк. Но повел серию уже с форой минус 1.5-1.85 на победу Дина. В каких-то перспективах будем судить после того, как Дин проведет подбой. Но вот удивляет то, что оба игрока являются серийными, но пока ни одного сенчури в этом матче нет. И ответственный удар проводит Дин. Нужно ставить биток. Ничего. Дерзко. Где-то даже, я скажу, ну так, нагловато. Но это не крик. Это, еще раз говорю, это моя трактовка того, что я видел. Так. То есть вы склонны считать, что все-таки на ошибках Трампа выехал Дин, да? И с этим... Ну, сложная была ситуация. Дин попал вроде вскользь, легко играл джад, все получалось, дошел в таком стиле. Буквально на глазах стала расти армия этого года. Еще и чемпионат Британии выиграл джад. То есть вот такой набор. Два рейтинга болельщиков джад. У Дина тоже был финал на чемпионате мира в 2016 году. Интересный счет личных встреч этих игроков именно здесь, в Крусе. Отлично, по дистанции удара все решают точные выходы. Эксперты отмечали их талант и сулили им стать 2003 года, а Трамп с 2005. А так чемпионами мира. Как раз таки эти игроки. Ну что, матча, да. И это тоже может какое-то дополнительное психологическое давление. Хороший кэн. Применяет верхний винт, будет выход на нижний красный в правый угол. Эй, на очереди. Плюс 34. И следующий цветной любого. Ну так нехотя синий. Еще этот шар забить джаду. Опа! Динфрейм. Трамп открыл. Все шары. Плохую позицию занимает коричневый. При такой позиции играть удобно. Так что может быть здесь. Отлично, уверен. А вы какое мороженое любите? Поборется Дин в порядке в этом матче. И совсем не похож на себя. Желтая. Нет, в левую губку идет. И уже вправо не свернет. Но жалко, нет, сотня. Соперника. Но джад вынудил ошибиться Дина. Он хорошо отыгрался. Может быть, это не атака, может быть, перевод битка к черному борту. Все-таки для атаки нужно было подрезать поправку. А Трамп может и в среднюю лузу такой шар сыграть. И попадает. Атакует. Попадает и на этот раз, и есть. Очень даже благоприятное. Все может быть. Далековато. Максимальный фокус на черном. И тут очень джад. А вот теперь смотрим, что... Среднюю. Да, именно так сыграл. Не делал никаких подбоев. Он красный сыграл.
может получиться брейк 140. Максимальную серию, я думаю, до конца турнира не устоит. Другая тема, сейчас важно, добьется ли победы. Сейчас повнимательнее нужно Джаду сыграть. Ну, тут на верхний шар хороший. Мал угол, а вроде хватает на черный все-таки, да. А вот мимо красных. Да, точен Джад. Указан зеленый. Да, обрывает атаку Джад Трамп. И сейчас у нас пойдут. Не виден. На достаточно опасной позиции он располагается. Едину бы тоже желательно не показать этот шар, но смотрите. И выигрывает фрейм. Ну, не точно, не Афлюк. Точно. Нет, нет, нет. Это всего на 49 очков. Так что. В этом ударе. Это его. Подождите, так, а трипл? Да. А тут. Красными можно разобраться. Был бы точен здесь, да, падает красный. Конечно, есть угол, конечно. И выход на нижний красный в паре. Были бы варианты. Может быть, на оттяжке такой выход будет делать? Нет, дабл. Еще один дабл. Я не узнаю Дина, и опять узко. И вот, вот что такое. Ну, я за второй дабл. К зеленому. К зеленому нет смысла. Но... Биток, Джад и Дина, надо очень аккуратно провести отыгрыш. Потому что нижний красный... Ой-ой-ой! Вот тящий удар. И биток идет вперед. Ну ладно, мы еще к этому удару вернемся наверняка. Это тоже или желтый. Да, по силе удара так и есть. Но биток проходит между этими. Ну нет, исполнение плохое. Плохое. Джад идет. Нет, никуда он не идет. Вот. К Джаду надо подходить. Приходится стараться. Но попал именно от дальнего. Неожиданно. Интересно. Остался на предпочтение Дину. Вот что-что, а снукер один умеет ставить. Придется ему перехватить инициативу в этом фрейме. Но это не те снукера, которые ставят задачи. Вот плохо. Вот плохо. Да, тот умеет. Это я в него верю. Хорошо идет биток. Ну вот нет, дополнительный черный. Нет, розовый не упадет. Дину надо, правда, отбивать от лузы. А удалось неплохо сыграть Дину. Да, не отдал. Далее нача. А у Джата задача подкатывать розовый. Очень сложная. Как тут ставить снукер, непонятно. Ну, похоже было. Похоже, да. Наверное, еще будет попытка у Дина. Так, ну вот это. Нет, и тут не получается. Но. Решение хорошее, но не так далеко. Розовый и белый. Играл по-другому Дин. Черный занял у Джада. Не а вот этот розовый.
Первый раз услышал я, конечно, такое слово, студионный номер. Иногда нам показывали, прям сопровождали игрока до этой своей комнаты. Ошибся Джан. Ну что нет, творит Дин? Ну нет. А позиция-то неплохая стала. Ой-ой-ой. Тампо. Не так просто отступить на удар, но Джад его проводит. Секс. Хороший брейк. И это может позволить. 14. Чуть ли не двое. Джада... Роб... Гэри Уилсон, Али Картер тоже, Стивен Магуайр тоже, да. Гилберт. Но это так, это штрих. Великолепная позиция. Но что-то в этом есть. Вот. Да. Маркиз такой становится все более. А ты сессии неудержим. Сразу бодро начал. Точечка след отмела. Казалось, что как раз это отметка розового. Вот это. Винбо, Аллен, Хокинс. Здесь 4 очка. И когда играет Джад, ну, мы видим, получится, вот сейчас коричневого подбой правого красного затеял. Чуть лучше. Нижний шар, нет, не дорезал. Но его третий время подряд выиграл. Сделать проводку. Да, никакой это не снукер. Здесь были сложности у Дина. Не все шары видел. Ой, падает. Лучший показатель. Но это отдельно взятый удар. И Джад попадает. Играть в правый угол. Вполне неплохая позиция. Чтобы через два борта выходить на удар в левый угол. Был ряд хороших ударов у Дина, но какой-то цельный. Вот он ведет атаку, уже 27, а дальше подбой, и если... Отличный выход. И если розовый проходит в правый угол. Но нет, все-таки было касание с группой. Шикарный удар, очень... Выглядит так, что действительно день камбэков. Ну, очков уже у Джада. И он действительно хорошо играет в этом. И удивительно, сотен до сих пор нет. Да, здесь точен. Раз борт, два борт, и биток хорошо идет на красные. Но уходит вниз, уходит вниз. О, еще и розовый. В процессе созидания. Сумеет ли Дин вступить в атаку? Удар-то сложный. Ну, вообще не похоже даже. Еще не пришел бы на игру этот красный. Атака на... Зачем? Ну, отыграйся. В отыгрышах постарайся обрести нужный тонус. Одной партии. И пока Дин смотрится очень блекло. Тут... Переменился. Seven. Другой камеры, вот, но здесь становится простым шар. Конечно, тут и забил Трамп полностью. И, ну вот повторяют, неудачный удар Джада, это полусотная серия. Six. Завершается. На коричневом стоит на 23 очка.
чудеса были. Джон забил зеленый, и биток упал. Вообще, вот тут просто смотрим уже. Исполнение Джеда Трампа с какими-то сложными выходами. От несколько... Реальный. Вот мог же выйти по-другому, проще, на желтый. Виден. Едва не упал. Концовку у нас возобновляется матч, который уже вступил в завершающую стадию. Пройден Джада 2-2 на Дина. Эти и другие коэффициенты вы можете... 52 бортов. Успешно провел удар и Джад. Мог здесь оказаться биток за коричневым, а так ничего загадочного. От правой. Биток может оказаться за желтым. Если покачивает головой. Атака Трампа. Нет, это отыгрыш. Идет он на эту атаку. Второй слева красный. И полудальняя дистанция. Осуждать нельзя. А вот то, что ставит шар, это осуждать. На. И попал. Все кроме черного. Просто а черный вне игры. Играется. Кэнон неплохо смотрится, вот этот. Аккуратный. Даже в этой открытой позиции не все так просто. Непривычный такой плоский мост, но... Когда он... Играется и по угловым лозам. Так что шар играется под таким вот углом. Большой нижний винт. У Джада хорошая техника. Тут проходит. Все в порядке. Осталась небольшая группа шаров под розовым. Необходим. Сплит действительно состоялся. Да, фреймбол. Понимаю один. Он совершенно выключен из игры. Борту. Можно... Черный отодвинуть. А вот еще один самый простой удар. Будет подбивать? Конечно. Подбил еще и красный. Но, а может быть, выход на центральный все-таки. Так, так, так. Чуть. Хорошо. Но вот что придумать? Можно и в черный, и можно и в красный попасть. Хорошо, 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 сейчас... Да, и выход последним красным. Все это казалось в матче, а игроки-то оба серийные. И мы идем с чемпионатах мира 2015 и 2016 годов. Меньше сотен было сделано по сенчури в прошлой партии. Хорош Джад и очень бледно выглядит выйти в четвертьфинал. Ох, плохо. Где во встрече формата до 4 побед он сделал 3 сотни. Показатель результативности был 99. Толсто попал Дин. Это неудобное. Ну и Трамп все правильно определил, и в итоге его пользу. И
Атака в хорошей позиции. Состояние между красным и черным. А теперь переход. На удар в левый угол. Нокер. 17. Вполне. Кеннона прокат на черный. Нет. 20-й фрейм, после него перерыв будет. Самое интересное мы застанем. Для того, чтобы добыть победный перевес. Обычно проходят такие выходы. Да, проходят и сейчас. Да. Ну уж действительно, вот сомнения в том, что выход состоится. Даже промахнулся Джад. Дин. Попадает Дин. И вы... Опять так с отставания начал серию. И... Пара идущая. Красные в лузе, а вот с цветным. Упал черный и выход. А, кстати, Дину принадлежит рекорд. Это была полуфинальная встреча в формате... Сенчури — это рекорд тоже, вообще рекорд. 10 сенчури никогда не в одном... 33. Вы делаете выход через дальний борт. А, нет. Хорош удар. 40. И розовый-то надо было забивать. Ну, а теперь... Ну, так устраивает. Это интересный удар. Желтый идет безопасно. Решает, как лучше сыграть. Это успешный удар. Другой вариант и попытка привести биток за черный. Опасно идет биток, но остается на поверхности стола. Чтобы такого столкновения не было. Ой, а тут другой удар. Тут пришлось идти на такой вот кросс-дабл. Может быть, еще снукера пойдут. Five. Самое главное. Nine. Самый вроде верный вариант. Самый верный в лузу. Попал. И закончил. То, что сделал Али Картер. Выиграл 6 фреймов под. И Дину остается только рада. Ну что ж.